Всем здравствуйте! Содержимое моего канала будет касаться поэзии, а конкретнее произведений таких авторов, как Пушкин, Лермонтов, Есенин, Блок, Бальмонт, Заболоцкий, Апухтин, Асеев, Осадов, Антокольский, Гумилев, Охлупин, Ахматова и других. Также будут стихотворения моего сочинения, но их будет очень немного по причине того, что их в принципе мало. Вы увидите прочтение стихотворений в моем исполнении. Стихотворения поэтов будут иметь соответствующие пометки об их авторах. Мои же стихотворения будут иметь пометку «Мое». На моем канале я рад видеть абсолютно всех.